Здравствуйте, вы на канале «Сортовые пеларгонии». С вами Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Посмотрите, пожалуйста, это зацветает санрайз катинка. Хочу поделиться с вами своей радостью от выращивания пеларгоний. Сегодня обзор пеларгоний глазастиков, которые цветут одновременно. Санрайз Катинка – это мой любимый сорт. У него четко выраженный сиреневый оттенок и малиновые глазки. Это уже второе соцветие. Посмотрите, какие крупные цветочки. Уже по бутончикам видно, что цветы будут достаточно крупными. Сорт по размеру карлик. Поехали дальше. А это пак Гармони, видео про которую уже есть на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, если вы не видели. Это отцветающее соцветие. И сейчас покажу то соцветие, которое еще не распустилось до конца. У этого сорта цветочки как будто бы пинчатой окраской. Она неоднородная, если присмотреться. Пак Гармони – сорт, который отличается длительным цветением, начиная с ранней весны. А это пак Неона – насыщенного розово-фиолетового цвета. Цвет действительно неоновый. Материал про этот сорт уже отснят и готовится к выходу. Два соцветия на кустике и есть третий цветонос. Для любителей ярких пеларгоний. А этот глазастик бордово-фиолетовый. Это фея Полина, Фицерис Полина. К сожалению, камера плохо передает ее настоящий оттенок. Замечательный, обильно цветущий с черенка сорт. Посмотрите обязательно мое видео про Фицерис Полину. И пак Вива Мария вытянула свои цветоносы к солнышку. У этого сорта окрас варьирует в зависимости от освещения. Пятнышки в центре цветка могут быть от нежных до насыщенных, практически неоновых, бордово-малиновых. Эта пеларгония тоже очень любит цвести, начиная с ранней весны. У меня на канале есть видео про этот сорт. Ссылка будет в описании. И еще в моей коллекции есть уникальный сорт Sunstar Cherry. Видео про который уже есть на моем канале. Если вы не видели его, посмотрите, пожалуйста, про достоинства этого сорта. Можно было бы, конечно, отнести Sunstar Cherry тоже к глазастикам, но я считаю, что она одна такая в моей коллекции, уникальная пеларгония, полосатик. Обратите внимание, три лепестка ее имеют вишнево-бордово-фиолетовый оттенок и два лепестка красную основу. А самый нежный глазастик, который есть в моей коллекции, это Эдвардс Калико. Он тоже очень любит цвести. У него нежнейшие серебристо-белые цветы с розовыми мазками. Достаточно крупные цветы на маленьком кустике. Видео про этот сорт уже есть на моем канале. Посмотрите, пожалуйста, ролик про Эдвардс Калико. Белые глазки и контрастные пятнышки в центре цветка очень украшают цветы пеларгонии. Какой сорт вам понравился больше других? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Ваше мнение очень ценно для меня. И еще не забудьте посмотреть на моем канале видео про другой глазастик. Это Лоурен Александра. Очень красивая махровая пеларгония. Ссылка будет в описании. Вот такие они красавицы пеларгонии глазастики. И
очень любят цвести. Если вам понравилось мое видео, можете поставить лайк. Если впервые на канале, можете подписаться. Уже множество различных видео про пеларгонии. И готовлю новые ролики для вас. С уважением, Елена. Всем крепкого здоровья и обильного цветения.